Всем привет, друзья! С вами Алидер Хамстердед, это Манекруфт. Сосай куда сай, серия, не знаю, наверное, 14 или 13. Миллионная. Миллионная, да. Продолжаем. Идите, блин! Помогай, мужик! Да, блин! Индустриализацию атакуют. Кого? Кто атакует? Там криперы. Пошел нахрен, черт. Я вам сейчас тут, блядь, туда их. В общем, продолжаем индустриализацию нашу индустриализировать. Сегодня буду заниматься энергией. Будем, наверное, увеличивать количество ветраков. Потому что... потому что энергии нам явно не хватит на все это дело. Тебе этот стекло отдать? Нет. Я его в алмазный сундук тогда ложу. Клади. Тут два стака. Мне просто пока оно не надо. Пока что. А может сейчас понадобится. А, так, золото. Получается 4 плюхи. Редстоун, железо, сталь. Которую я переплавил. Осмий. Блин, у нас осмия нет. Придется за осмием, наверное, переться. В скором времени. А что это говно дает? Регенерацию. Регенерацию. Но когда стоишь именно. Нет. По-моему, нет. Или да? Да. Когда стоишь. Ну, тогда надо сделать регенеративную комнату. Да здесь, отсчитай центр и поставь центр. Ну, вот он. Ты уверен? Да. Мне интересно с тобой. Ну, поставь, ты же спер ее. В смысле, я спер? Виум-виум-виум. Надо звуки какие-нибудь добавить в мод в этот. Пока стоишь, ты сразу какаешь. Пока стоишь. Ладно, гав-гав, кав-кав, нахрен. Плавящий, да? Плавящий механизм. Кстати, я говорю, мне стекло не нужно, и при этом мне стекло затребовалось. Ну, бывает, бывает, что сказать. Так, так. Подожди, а что, эти плюмбы я не делал, что ли? Как так-то? Лёха решил. Ну пусть 8 плюмб делается тогда. Я решил убиться в механизм прям целиком и полностью. Я хочу, чтобы прям тут... Слушай, а его вертеть кибернетика можно? Шла. Дай-ка. Кого вертеть? Член? Можно. Блять, он вниз упал, сука. Трехочковый, блять. Ай. У нас нету электричества, подожди. Давай, подрубай. А, нет, у нас в трубах есть электричество, что ты мне врешь? Он, а в он трубах, а он в этих проводах. А он всегда в одно, да, в одном положении? Разве? Нет, вот. Да нет. А, ну просто все, понял, 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 окей. Там с какой стороны смотришь, с такой ставится? Да, по-моему, нет. Ну вот, вот так. Да, 6506 энергии. Ну, это нормально. А ты больше сотни, больше сотни. Не. Не, ну там, я не знаю, зависит, может, от высоты реально. Да, вообще... Вообще... Чего не хватает? Редстоуна не хватает. Редстоуна нет, дядь. Ну, шо ж... Редстоуна нет. Лол. Кек. Чебурек. Я вниз. Угу. Подожди, а вниз тут тоже, блин. Охренеешь. В обход теперь. Идти. Только в обход. Так. Ну я что-нибудь придумаю с этим, ты подожди. А я уже придумал. Угу. Мне нет, долго придумывать не мы надо. Мы не будем копать пол горы. Лёх, не копай. Полгары не требуется. Не копай ты, блин. Надо сделать что-то другое. Правильно, гору копать. Да не надо, блин, она и так перекопанная. Через ангус. Блин, а тут либо прям сразу спуск надо пиндюрить. Ну нет, почему? Стой. Ну, а, ты имеешь в виду оттуда?
Ты ну в, да. В три хочешь или что? Ну, ты же сказал в три, ты ну, поставил дорожку в три, блядь, у нас идет все в три, значит, туда пойдет тут, тоже в три. Ну это тут в три, не надо туда в три. Я хочу везде симметрию, все, отстань. Блядь. Неадекватная мартышка, блядь. В итоге пол горы сейчас снесет, блядь. Раз если я мартышка, я тебя сейчас говном кину. Я в ответку кину. Ой, сорян. Ты охуела, мартышка, блядь. Я вообще не чаю. Я уху не ел, уж извиняй. Не люблю рыбу есть. Ну и зря. Так, а у тебя без всяких просто сразу идет. А, ну тут даже, ну да, тут прям пожескачу. Не хватило, все равно даже сразу с нуля. Угу. Ну хотя она тут как-то так, знаешь, в притычечку. Если раз на то пошло. Раз, два, три, четыре, пять. 6. Блин. Зараза. 8, 9. Ну стой, дай-ка я тут. Где ж твою мать, оно вышло. Кто? А, вижу голову. И судорога. Да блин, да что ж ты, да передо мной ты. На тебе тоже лопаты, ёпт, заколебал. Сука, сейчас. То киркой, то совком, блин. Это топором еще получит. Застраивай. Нет, топором не надо, топор больно бьет, реально. А что ты хочешь? А, тихо, я завтыкал, надо было ниже. Да я понял, что ты втычок. Да-да-да. Надо было ниже, на одну. Нет, я могу бахнуть. Бля. Да я вижу. Бахну в пельменей. Нет, я просто думал, можешь повернуть как-то направо, и тут немножечко раз... Ну ладно. А с другой стороны, слышь, нормально, не так уж критично. Потом сделаем покрасивше. Да это потом, когда этот будет атомный разборщик. Тогда все сделаем покрасивше, гору снесем нахрен. Нет, зачем тогда... Построим мегаполис. Не надо было. Ну чё, ну подожди, ну чё, построим на этом, ё-моё. На горе. Все будет по фэншую. Ты вниз собирался идти же. Ну, вообще да. Я забыл. И вообще, кто-то обосрался. Как обычно. Что они там сделал где-то? А, ну бывает. Так, сейчас. А я, блядь, все блоки выклал. Выклал. А как какать? Стоя. Открыв жопу. Открыв нижний шлюз. А, все. А все. Есть кусок грязи. Есть кусок гравия. Да. Почему бы и нет? Я говорю, ждали всю жизнь этого. В итоге опять обосрався. Тут немножко дырки, но я их заделаю. Сзади крипер би... А, это свинья. Сука, козел. Да я как-то краем глаза смотрю, как это ползет чудище заморское. А, сюда, сюда, сюда. Где мы там проходили, что там пещера... Блядь, да хребаная... Мустафа. Почему ты потолки не увеличил? Бывает. Бьешься теперь, долбишься об эти. Dolby Vision. Да, Dolby Digital Atmos.
Ой. Подожди, куда... Мы еще глубже шли, да? Да. А какую ты хочешь пещеру? Ну вот, которую мы последний раз открыли. Правильно. Копай. Строй. Майнкрафт. Майнкамф. Лава буль-буль делает. Ну здесь нормально еще. Так, и... Еще ниже? Да, а ты думал, что... И разве? Вот она, да, и вот она, ебать. Яма мечты. Сейчас пожру, подожди. Пошли, я готов. Так, да хватит, обсидиановый. Блин, ты зачем? Где тут мой обсидиановый? А? Что ты, я? Зачем ты открыл мне возможность открывать твой сундук? Я теперь да пожрать нормально не могу, потому что у меня открывается твой сундук. Алмазики. Ай. Ну, яйцо тоже ай. Неплохо. И редстоун тоже не дурно. Аурон вообще секс. Скоро будем как шреки зеленые и светиться. Угу. А чё это здесь? Тут прикинь. Ты нашел что-то привлекательное? Да, пуканов. У них тут прям этот спавн посередине стоял. А здесь тоже вот он. Еще павуканы есть. Справишься? Но я их выкопал, вроде они не спавнились. Вроде. А там черт их знает. Приемлемо. Ну, короче, обсидиановый щит ломается, оказалось. Но он ломается, походу, очень прям так. Ты обманул меня. Чего нахрен? Огнестойкость есть, пешка, ладно, хрен. Кондайт пауэр, что это? Кандаут Пауа, не знаю. Gain underwater bonuses. Что-то то ли захлебываешься на поверхности. Ни хрена, это не захлебывание, это что-то новое на английском даже. Underwater этот ебаный, блять. Это типа без воды. Но я не захлебываюсь, я прокачал. Может, у меня усиление это вне воды. Сила усиливается. Да, блять. Короче, какое... не знаю. Может быть, это послабление для не тебя, а меня, допустим. Как типа медлительность. Не знаю. Проверим. Ну я тут в шахте лазю. Я тоже. И тут ничего интересного нет. Я тоже. Я вот только редстоун вижу, доски собираю. И все. А мне нужен осмий. Осмий вообще должен находиться на глубине, на небольшой. У нас он везде находится. Опа, на ягоды, редстоун. Здесь у нас вот что? Вот и осми, ёпта. Хлеб. Надо выходить отсюда. Почему? Нормально же копаемся. Хорош. Красавцы. Что еще? Маленькое говно. На нас мертвецы нападают. Охренеть! Я убить его как? В такой-то беги. Броне. Беги, чувак. А он полностью, короче, одетый в какую-то броню такую.
Может, в обсидиановую? Не-не-не, она белая. Ну, ну хрена знает. Полубелая такая, блин. Блять, как много алмазов, слушай. Что за хуйня? Ты падла! Ну ты говно! Ну ты мерзость, ну ты понос. Что такое, Алексей? Паук меня траванул. Степ-ассист, скорость, невидимость. Еще скорость прокачать, чтоб вообще прям летал как... Сюрикен. Ночное зрение, поглощение, слепота. Дай мне поглощение, у тебя уже есть. Пожалуйста. А я хочу, может, еще поглощение. Ты летать умеешь. И что? Это ж не значит, что следующий полет я еще раз захочу вкачать. Даже если бы можно было бы. Ладно, я тебе дам поглощение, себе регенерацию поставлю тогда. Ты еще одну выбил? Да? А, ну вот, да, окей, конечно. Так, правильно. О, алмазы. Ну нахуй, блядь. Так, мне надо выйти из этих шахтерских приколдесов, нахрен. Я тут залез, застрял. Не знаю, что мне делать. Ты там умрешь. Бля, а ты далеко на самом деле ушел, слушай. Вот выход, да. Ты вылез, 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 вылез. На, тебе поглощение. Я бахаю регенерацию. Чтобы я прям регенился жестко. Бля, тебе везет, слушай, серьезно. Мне нихера, блядь, не везет вообще. Тебе на алмазы повезло. И один раз на полет. Спасибо за всю игру. Ну, полет это вообще самая имба жесткая. Ты никогда не разобьешься, ты нигде не убьешься, даже если в крае выпадешь. Ты не выпадешь, потому что ты летать умеешь. Но меня могут убить. А тебя нет уже. Ты быстрее отреги. А, шипы работают, сука. Шипы, блядь, работают, мразь. Что там, что там, что там? О, слышь, мамка, Лёх. Мамка павуков. А где папка? Я вот он рядом. На работе? Да. Ля, неплохо, неплохо, а? Неплохо. О, неплохо. Ты осми только осми, наверху. Он, осми наверху. Копай, осми ищи. У меня до хера уже осми, чувак. Тут просто жопой его жуй. Ну ты, наверное, на каких-то высоких этих, да, уровнях? Нет, вот с тобой я, в смысле высоких. Нет? Вот он, я с тобой. Ну, блядь, ну чуть выше тебя буквально, блядь. Ой, и олово рядом было. О, алмаз. Ну я железо вижу, вот. Тут железо что-то ни о чем. Ай, бля. Больно, я копаю придурок. Осми и редстоун. Чё, мы мамку пойдем убивать? Да ладно, хочешь, убивай ее. Чего ты? Не хочешь? Ну, я не скажу, что это прям какие-то интересные классные боссы. Ну, ну просто мобы такие нестандартные. Ну, глядите сами. Мы, кроме Пифона, убить никого не можем, блядь. Гидра и то регенится быстрее, чем мы наносим ей урон. Ну, на то она и Гидра. Поэтому для нее нужно делать обсидиановый меч. А то, может, и вообще кристальный этот меч. Зачаривать его там на остроту силу. И идти уже на болото шатать это говно. Унылое. Прикинь, эта тварь уничтожила... Ты желтая? Уничтожила слиток железа. Так, я наверх. Приемлемо. Я наверх ушел. А ты выше пошел, да? Угу. Блядь. Да мне... Пипец, как нужны эти. Это что? Это, наверное, серебро или что? Олово? Белянка, что это за говно? Сырое олово? Олово, олово. Да, ёб вашу налево. Бля, да кто шмаляет, задолбёте. Сейчас
сейчас броню, мне, наверное, начнут ломать гады. Потихоньку, помаленьку. Мамка, здорово. Мне тут выкинуть ты бы. В один блок это я забираю, 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 забираю. Приплыли. Забит инвентарь. Почему я осми не вижу? Но это опять олово это. Несчастное. Золото, ладно, золото дело хорошее, но золото именно на глубине находится с алмазами. Можно даже так сказать. Нужно еще выше подниматься. А еще выше. Ну, там вроде. Да, там уже нормально идет это. Высота. Вот там будет осмия до хрена. Блять, серьезно, в жопу все за. Да ладно, ну блять. По добыче вообще ни хрена. А еще. Минус. Минус. Мне нравится то, что здесь именно вода везде разлита. И можно прям тупо по воде подняться. Куда хочешь. И когда хочешь. Падла. Гадость. Прям в пиддуполу. Зарядил. Вот он, осмий пошел сразу. И руда побыстрее копаться начала. Вот здесь надо искать осмий. Так, лазурит тоже надо забрать. Ага, забрал. Вкусненько. У меня меч сломался. Ай, бля. Блять, как он так ломается. Алмазный? Угу. Ну это хорошо, видать. Блять. Две дырки. Нет, не алмазный, железный. Алмазный я уже походу давно сломал. Или выложил. Или выложил, а хуй его знает. Я так его и не нашел. Он, по-моему, с зачарками был. Что-то какие-то пролаги пошли, у тебя тоже пролагивает? Нет. Сейчас нормально. Ну, и было нормально. А, все, я понял, почему пролагивает. Я в подземельях на такой дистанции, что вон я корабль начал открывать. Какой корабль? Ну, корабль в океане, на. Подожди. На востоке. Получается. Ну ты, наверное, туда летал уже. Раз ты говоришь, там как выкинул этих каких-то бомжей. Не, ну не факт, там несколько кораблей, одни добрые, одни злые были. Ну вот, здесь осмия до хрена вот на этом уровне, да. Да и на моем до хренище. Я вот собрал 37 штук. Вообще, осми сказали, на глубинах он не живет особо. То есть, если находить адекватно нормально осми, то... На такой глубине, где обычная это почва. На нахрен, на жопошник стрельчатый. Так, редстоун, железо. Надо стараться выше подниматься. Так, тотем выпал, степ-ассист пошел нахрен. Так, это осми, вот он осми. Ну да, вот его прям тут до жопы. Что за звуки страшные? Я возле какого-то этого. Тебя, блядь, железом забил. Спавно нахожусь. Скелет какой-то в золотом шлемаке. А ты просто, да, поднялся выше или что? Да, да, да. Я по воде поднялся. Ну, я сейчас на 10-й высоте нахожусь. А, да ты вообще невысоко. Блять.
Я тебе вручную, значит. Не-н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 е. Давай иди сюда. Иди сюда. А чтобы выкинуть. Правильно, нахуй мне яйцо. Пылание. Буду еще пылать, чтоб ты дальше меня видел. Ни хрена тут бассейн такой сделанный. Ай. Ну, у тебя я только белые вижу. Ну, ты, наверное, тут уже выкопнул все. Это ты выкинул, да? Краник ты выкинул? Да, да. Блин. Да там стопасист или что-то такое. Вон, внизу бомжей до жопы. Ебать, меня приземлило. Ну, я тебе скажу, не спас меня этот от взрыва, да. У меня а я не... все же. Честно, жизнь... а я не... Нет, а честно, я вот посмотрел, знаешь, такое ощущение, как будто вот этот щит, типа, как под реализм сделан, что не всегда он тебя спасает. Даже лучники в меня стреляли, они меня как пробивали. В итоге все равно. Поэтому я хрен его знает. Так вот и я, что-то он как-то... Странно, да? Ну, я закрылся, я слышал, как урон вошел. Естественно, он живой, но... Так, я Эндерпуку убил. Вообще, я ему даже не дал одуматься. А вот нам еда вообще нужна, Лёх? Еда? Mm-hmm. Ну, я ем. Нет, да и я ем пока что. Так, я походу сейчас в данж прокопаюсь, да, я чувствую? Блядь. Или это данж в этом? В заду? Вообще, так, Лёх, шо? Мы пришли за... Ну? За Редстоуном. Ты копаешь Редстоун? Вообще за Осмием. Редстоун я накопал. Редстоун у меня 3 стака. Ну, у меня 256. Еще чуть-чуть. Этого хватит? Ну да, более чем. Ох, поплыла Алёшка. Алёшка в морских приключениях, бляха, муха сраная. Сраный гравий. Алёшка в болотах выплыл. Ну а что, Алёшка дома уже, все. Ну ты-то домой пошел. Я не да. А я не ходил. Ты же мне не сказал ничего, что уже домой. Я не ожидал, что я так быстро выплыву. Я просто выкопался и вон в этот. Нет, в болото выплыл. Я еще осми копаю, потому что. Ну, там... покопай тогда, ладно. Спасибо, что разрешаете. Тогда покопайте, сер. Осми, 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 осми. А где этот осми, чтоб его за нахуй? Сырой осми, 26 штук. Маловато будет, ну ладно. Всякое лучше, чем ничего. Мне нужно потом редстоуна 2 ст... А, у меня даже больше, у меня... Подожди, у меня получается 4, 6 стаков почти. 5 полных и 1 на 51 заполнен. Осми сразу фигачим. А, что я хотел, куб делать, да? А мне для куба нужна была... Подожди. Осми железо. Железо еще. О, что-то я... Я туплю или мне кажется? Это что? Сырой свинец. Свинец давай туда его. И это туда, и это туда. Это... А, все. Больше нельзя. Значит, мне надо остальной корпус вытащить. Потом улучшайзер где-то здесь должен быть. Вот эти плюхи. Сталь. И давай смотреть.
Мне нужно золото. Золота у нас достаточно. А мне... А, ну да, мне редстоуна не хватало, получается. Сохранить на потом. Так, я эту хрень, наверное, поставлю вот здесь, вместо провода. У нас энергия пошла, но провода ни хрена. Значит, настройка сторон. Спереди. А мне надо, чтобы, значит... Сзаду. Сзади. И энергия идет в эту хрень, и здесь все равно. Кстати, здесь, слышишь, продумали. То есть, оказывается, энергия не хранится в проводах. Ну, я не знаю, может, в старых версиях хранилась, теперь она не хранится в проводах. Теперь получается, когда ты ставишь куб, например, и у тебя провода... Ты сразу видишь, короче, по проводам. То есть, они у тебя запитаны или не запитаны. Вот у меня не были запитаны, я раз переключил, они запитаны. Теперь и поступает энергия. Балдеж. И куб этот ставится именно... Он не ставится, смотря в какую-то сторону. О, блядь. Смотришь, такую ставится. Это достаточно тоже удобная вещь. Тебя яблоком убью, блядь, иди нахуй. А еще мне очень интересно, где мой моя ведерка, куда я ее дел. Этого я, увы, не знаю. Потому что я ее с собой таскал. И не мог я ее куда-нибудь выкинуть или выложить где-то в данже. Вот это интересно. Ладно, не суть. А, ты через Значит, данж смотри. Вышел? Я не через данж. Я копался. Думал, я в данж выйду, а в итоге у меня вода потекла. Я туда поплыл и выплыл через болото. Короче, вода, если там увидишь мутную желтую, значит, вот это с болот. Фигачит. Да я вышел в данж. А, теперь мне нужно продвинутую энергетическую жопу сделать. Какой-нибудь меч тут будет. Индукционная ячейка. Поставщик, подожди, это что у нас? Куб. А, то есть мы можем прокачать только вот до красноты его. Но сейчас мы можем сделать его только до продвинутого. Это мне нужно, получается, 8, еще 2 энергетических планшета. А это... Подожди, а смогу я их сделать? Да, могу, отлично. И мне нужно, получается, куб и 4 плюшки, которые делаются через железо. Так, железо. Железо пусть плавится. Где еще железо? Я его либо все выложил. Давай хотя бы чуть-чуть забрать. Значит, раз, два, три, четыре. 4 плюшки. Потом я сюда закидываю 12 редстоуна. Пусть тоже обрабатываются. В будущем пригодятся. Я хочу сейчас до 3 уровня прокачать все это дело. Угу. В жопу все выстрелить, дебил. Чтобы везде было по 5 слотов. Хотя бы так. Вот мне интересно, вот есть куб, например, продвинутый куб, а, например, вот, энергетический куб. Поставщик, подожди. Индукционная ячейка. Shift-T для описания. Мощный конденсатор, способный хранить большее количество энергии в одном блоке, используется для увеличения вместимости индукционной матрицы. Что, простите, что это такое? Непонятно ни хрена. Какая-то страшная дичь. Это мы забираем, это мы загружаем. А, после идем сюда. Нам нужен куб. То есть я забираю куб. Ломается, кстати, он достаточно быстро. И я его совершенствую. Теперь он еще более крутой. Опять настройка.
Делаю так. И в нем уже 6.40 МФЕ, а не 1.60. В этом 1.60, да. А в этом 6.40. Нормальная тема. 6.40 это более чем достаточно. Приемлемо. Сейчас осталось 230. Хотя он там больше 1000 накопил в себе. Идет на спад все это дело. Значит, мне нужно... Смотри, идет 5 плюшек, да? 5, 10, 15 плюх, значит, мне надо сделать. Я делаю сейчас 15 плюх. И делаю потом еще 3 базовых схемы. Делаю 2, 4, 6 энергетического планшета. Ну, блин. Короче, геморройненько будет, геморройненько. Хорошо бы, конечно, наверное, еще какую-нибудь зарядить бы на алмаз, но надо прокачивать эту хрень. А она прокачивается... А, да в принципе я могу ее бахнуть. Так, 5. Пока у меня... А, я ж не смогу дальше делать, мне нужны схемы управления. Мне вот интересно, а куб там будет летать? В центре? Или нет? В смысле летать? Ну в этой хрени раньше там куб энергетически прям летал. Ах, но мне кажется, это нужно, наверное, чтобы больше половины было. Без понятия. Или энергии. Там. Вот сейчас летает, не летает. Не, ну это красиво смотрелось. Плохо, я знаю. Так. Для чего это за чарка? С собой попал. Ладно, пока у меня там перерабатывается, я, наверное, начну дальше стенки пиндюрить. Так, ага. Во, сейчас узнаем, что это такое. Ай-яй-яй. Не понял. А-а-а! Классно. Что ты там? Хе-хе-хе. Ковер? Нет. Есть золотой клубок. Его бы как-нибудь на восстановление бы зарезать. А что, он резы показывает? Нет, он Ну, если ты его в руке держишь, надо его убрать. Короче... В руке держишь и бежишь, он за тобой сопельки оставляет, и ты по ним потом выйти можешь. А, прикольная тема. Но это надо, наверное, в доп. Руке его, да, держать? Нет, просто в руке. Ну, а если в допе? Ну, наверное, тоже. Блин. Железо. Там перестала гудеть моя срань? Да вроде, да. Пойду тогда дальше развивать. Да, да я на самом деле не слышу. Потенциометр. Поэтому... Так, ну да, закончилось. А получается, подожди, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Доски. Шесть, семь, восемь, девять. Соответственно, я сейчас могу бахнуть... Ой, подожди. Плюхи. Это мне получается раз, два, три, четыре. Не хватает этой схемы. Дядь, твое задание. Я тебе скинул. Я вижу. Даже два?
Ну я сейчас, подожди, золото возьму, если подождешь чуть-чуть, да, я тебе сейчас еще одну скину. Я пока занят, да. Ну, как я тут делаю? Так, три не надо было. На, еще одну. Я скинул. Ну, наверное, я ее не сзади. Бросал. Ага. А, но провода там есть, я распихал. Ну, я тебе могу еще один провод, если хочешь не, дать. Не-не-не, у меня там есть провода. Так, я не помню, куда я вот выкладывал свои провода, там оставался. Оставалось чуть-чуть. Наверное, может, ты забрал их из сундука? Да, я забирал их. Окей. Так, и теперь мне надо металлургическую жопу прокачать. А для этого мне нужен редстоун, схему управления железа. То есть я выкапываю эту хрень, допустим. Захожу сюда. У меня, по сути, должно все быть. Я бахаю эту хрень. Ставлю сюда. Дальше я забираю эту хрень, захожу сюда, бахаю ее, выхожу, вставляю сюда углерод. После этого мне нужно еще больше, то есть я закидываю в принципе весь осмий. И весь осмий обрабатывается, ну, я надеюсь, он обрабатывается на то, что нужно. Он обрабатывается на схемы, да. Потому что схем до жопы нужно будет сейчас. Пока эти схемы есть, у меня нет плюшек. Мне нужны еще плюшки. Так. Плюшки делаются так. Из железа. То есть вот, в принципе, плюшки сейчас пойдут. По три штуки делаются. А что у нас там в энергетической жопе? Она идет в прирост. Ты ставил? Нет еще? Да подожди, нет, я тут... Сейчас. Не, ну я просто экспериментирую, то есть у меня три уже этих шпарит. Нет. Вроде пока нормально, значит все. Делаем так, делаем так. Так. Продвинутая. Для продвинутой нам нужно два этих, осмий и плюхи. Четыре. Так, значит, я забираю, выключаю, вырубаю, даже, наверное, сразу вот так делаю. Так, в этой у нас находится насыщение, а здесь инвентарь нет, подожди. Общее насыщение, базовый напол... Блин, с ними придется еще теперь разбираться. А, здесь нужно... Блин, у тебя есть слитки осмия? Ты их выкладывал? Нет. Ты только сырого осмия выложил, да? Угу. Ну ладно, ничего страшного. У меня там 4 штуки буквально надо, сейчас я их быстро сделаю. Дело в том, что мне не хватает таких проводов. Не хватает, да? Нет, я только одну подключил. На одну только хватило. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 проводов минимум надо. Так, теперь плюх не хватает. Базовый, продвинутый. Вот интересно, продвинутый это что? Блин, это этот. Это уголь, оказывается. Давай базовый ставить тогда. Давай еще железо туда. Осми прет полным ходом. Энергия все равно улетает. Ну все, печка, она слишком много жрет. Слишком много хочет. А, у меня, кстати, тапки сломались. Так, жемчуг. Золотая морковь. А, ну понял. Так, это у нас готово. Так, упаковывают предметы в сжатые варианты. А что значит сжатые? Сжатые варианты? Угу.
Без понятия. Честно, хз. Так, это перестало тавосить, а теперь? Вот такое. Значит, ты говоришь, у тебя не хватает проводов? 8, да, проводов. Так, загрузка. Стальной слиток. Подожди, а я могу сделать сейчас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На, держи. 16 штук. Так, плюшки есть. А, остальные две, наверное, я пока не буду трогать, или их сразу хренануть тоже? Не знаю. Ну, это базовые схемы, это, соответственно, осьми нужен. Пусть делаются сразу. Пусть все делается сразу. Я только знаю то, что ветряков до хрена нужно. Там прям, наверное, площадку надо делать, прям лютую, их прям ставить там. Но если ты поднимешься как-нибудь, то посмотришь, какая тут площадка. Ни о чем. Ну, ты поднимись и скажи мне. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Так, значит, это улучшили, это улучшили, это улучшили, это улучшили. Поставили их. Я их, наверное, даже поставлю вот так. А, мне нужна твоя это. Чего? Мне нужен ты. Сейчас. Мне надо, чтобы ты два провода поставил сзади вот этих хреней. Меду. А хотя... Сейчас мы сделаем вот так. Кого, чего? Сзади подключи два провода там, чтобы они запитались. Ага, спасибо. Смотри, короче... А, здесь будет 4 отдельно, наверное, эти хрени располагаться. А, я сделаю сейчас вот так. Вот. А, первое, значит, смотри, будет слева направо, сверху вниз. То есть первое у нас идет, это обогащалка, которая на углероде фигачит, это уголь. А, правее находится на редстоуне. Ниже пойдет, значит, под углем у нас алмаз. А справа под редстоуна у нас пойдет обсидиан. Mm-hmm. И вот это вот как раз будет создавать обсидиановые эти микросхемы. Mm-hmm. Хрень. Но это потом, потому что там сейчас надо алмаз дробить, и вот это вот все. Да вот легко сказать. Но... Ты думаешь, почему я порожки делаю? Чтобы туда подниматься. Так я тебе помогу залить это самое. Подожди, ступеньки из глубинного сланцевого говна, они мне не нужны. У меня есть порожки вот эти, которые мы делать начали. Так, это одинаковые, да? Блин, это тоже... Подожди, это тоже полированные, что ли? Нет, подожди, полированные мне не нужны. Их выкинуть, а вот эти взять. Вот. Полированная... Полироль мне не нужна. Так, я поднимаюсь так, поднимаюсь так, поднимаюсь так. А, все, я вспомнил, что мне нужно. Что я хотел. Я хотел пойти деревья порубить. Зачем? У меня дерева ни хрена. А у меня дерева ни хрена нет. Так я там в ящике этот... лежит. А, ты такое имеешь в виду. Ну, я не знаю, может там есть березовое, но тут его до хрена нужно. Быстренько затавосится. Так, мужик, иди нахрен.
Пришел в лес, значит, собрать урожай, так сказать. А тут эти ушлепки зеленые ходят. Мешают моему процессу быстрого копания. Не, надо атомный разборщик сделать. Ох, вот это будет балдежка. Какая? Где ты, скотина? Ага. Тут-то ты и попался, мышь. А сколько у меня дерева? Стак. А стак это 4 стака вроде, да, досок? Сейчас я по рожке допендюрю. Вон, можешь меня там спасти. Ну, или меня, они все на тебе? Кто спасет? А они на тебе все, потому что. Замечательно. Прекрасно. Чудесно. Excellent. Нет, подожди, а здесь порожка тоже должна быть. Раз, два, три, четыре. Потом порожки не должно быть тут. Значит, вот так, вот так, вот так, вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот здесь должны порожки дальше пойти. Но придется их тут извращенно устанавливать. Ага. Товарищ гора приказал мне оставаться на своих местах. Так, еще получается раз. Бляха-муха. Ну как так-то? Раз, два, три, четыре. Дядь. Я не знаю, откуда я сейчас вылезу. Ты куда там полез? А что, я где-то в горе в высокой? Ну ты уже, да, не низко. Тебе уже бы по прямой идти бы. Ты уже высоко забрался. Мама. Ты, в принципе, у тебя вот этот уровень. Вот этот уровень. Вот, смотри. Вот, не-не. Да. Смерть. Да? Нет. Я успел отрегениться или что произошло? А, у тебя, наверное, тотем. Ты выжил из-за тотема. Может тотем быть. Тотем у тебя в рюкзаке висит. Да, ты запихнул. Ну, фиг мультипрыжок, знает. Мультипрыжок 2, может, меня спас? Набрание. Я ж не вижу ни хрена там. Бля, падла маленькая. Нет. Иди. Ух, нахрен. Какие мерзкие криперы. Чуть опять не взорвали нахрен вход. Вот поэтому надо, блин, свечей понаставить специальных. Так, ну я думаю... Также в 2 над домом. Сколько вот здесь блоков? Сейчас я посмотрю. Раз, два, три, четыре. И пятый получается это уже стенка. Соответственно, здесь тоже. Раз, два, три, четыре. И там уже стенка будет. Раз, два, три. На четвертый отлично. Можно вот так увеличить. Это мне нужно полироли-то, да. Ну, тут кусок дома уже будет, я не знаю. Опять летают эти черти. Да, вот они выдвинулись. Не, ну нормально выглядит.
сука, не успел. Но мне нужна помощь здесь по расчистке, поэтому... Ну я тебя понял, сейчас тут все, все выдохлись. Да. Иду помогать. Тут надо вот это... Сейчас я залезу наверх. Грязь выкопаю. Да грязь-то я выкопаю сам, я-то уровень еще получаю с этого. Ну, копай грязь тогда, я буду камень копать. Не, ну 4 ветряка это уже нормально. Я говорю, мы просто камень превратим этот в этот. В дом нахрен. Индустриальный коттедж сделаем. Ну, у меня сейчас надо сохранить. Все, я лопату, пожалуй, сохраню. Так что, если хотишь, уже можешь ломать и землю. Потому что увеличение опыта, я лучше на меч потом это все сделаю красиво. Сейчас, подожди, тут кирпичи, потом все это пригодится. Тем более грязь, наверное, можно будет передробить в песок в какой-нибудь. Что-то подлагивает игра, я не знаю, как-то местами. Не пойму, из-за чего. 16, 8 гигов оперативы забито у меня. День был мало. По умолчанию 4. А? В смысле по умолчанию? По умолчанию 2. Мне кажется, что это гребаный дождь. Вот, ходишь нормально, вроде как-то... Да, это скорее всего гребаный дождь. Хотя нет. Не знаю. Есть еще вот эта гора. Вот ее тоже надо будет убрать. И тогда здесь я сейчас... Ну тут видишь, дом у нас еще идет. А я и так уже считаю, что я же впритык вот бахнул, допустим, с этого. Да, вот это уже лишнее. Хотя она была бы неплоха. Ладно, мы что-нибудь придумаем, не боись. Да не, мне... Не боись ты так, сына. Все хорошо. Все, тогда это вот так. Нет, тогда площадка наша, вот именно верхняя по отношению к дому, вот здесь будет заканчиваться. Слышь, Лех? Угу. Вот здесь, смотри. Да ты уже убежал. Говорю, посмотри, он удрал. Да ладно, не суть. Я понял. Я хочу начать делать эти. Вот, надо его поднимать. Да, сейчас я сделаю тут одну весточ. А, нет, которая будет... Я хотя бы быстро, я даже через блок фигачу. Во, вот это лучше сделаю. А, все, слава богу. Нужен верстак и сундук. Верстак и сундук. Ну да, я такой быстрый, что через блок перехожу. Так, еще есть 35. А ты нахер не пойдешь? Слышь, крипак такой идет в открытую дверь, я дверь закрыл, он развернулся и ушел. Обида. А хрен он идет. Его не звали. Еще? Что, все? Капец. Верстак. Эх, капец, гуляй, молодец. А, в идеале. Два слитка железа. А железо ты все уничтожил, да, как я понимаю? У меня 29 слитков, я могу тебе дать их все. Да не, ладно, я сейчас... Тихо. А, ну это благо не крипер. Решил всех там ушатать. Да. А где печка, плавящий механизм, да? Правая, да. Вот тебе на, я отдаю, да, половину. Спасибо. А, стой, у меня не... Бля, я долбоёб, я их не увидел все в инвентарь. Бля. Дожились. Нужно делать, наверное, этот, как его, сраный дробитель еще.
Дра... Бишка. Нет, сейчас, подожди. Вот есть у меня руда. Объединитель. Нет, а мне нужен этот. Химическая инъекционная камера. Она делает железные осколки. А железные осколки в железную глыбу. Нет, это говно какое-то, подожди. Энергетический... Нет, не то. Вот, камера обогащения нужна. Камера обогащения. Так, вот она. Она делается из... ну, короче, мне нужен осмий, стекла. Стекла, скорее всего, у меня в сундуке, да. А, могу ли я... А, подожди, почему? Камера... обогащение, да? Вот она. Наверное. А, я не могу сделать, потому что у меня нету стали. Сталь, скорее всего, есть, только я ее куда-то дел. Или нет у меня стали? А, я ж ее хотел фигануть. Точно. Я ее не фиганул. Я в пыль переработал стали, все. Ну вот, сейчас пригодится как раз. Ой. Не, ну хоть процесс пошел. Да я думаю, можно пока закончить. Ну сейчас я доделаю, подожди. Да, я сделаю. А пока она это обтовашивается, я сделаю улучшенную камеру обогащения. Это мне нужны эти хрени. Мне нужно еще на редстоуне. Подожди, вот сюда я закину железо. Нет? А, продвинутая жопа, точно. Так сделаю. Дальше я делаю блок этот. Дальше я делаю камеру. Могу ли я ее прокачать? Могу. Это обогащающий продвинутый. Здесь мне требуются мохнатины. Еще раз мохнатины. Так, это я сюда закидываю. И железо сюда закидываю. Я сейчас делаю мохнатины. Сейчас сделаю мохнатины, продвинутые схемы управления сделаю как раз. Мне хватает на них. И я сделаю продвинутую... как она, господи, постоянно дробилку. Обогащающий механизм. А на продвинутом обогащающем механизме мы сможем уже глыбу, наверное, в порошок превращать в удвоенный. Но это надо посмотреть, будет ли это именно работать. А то, может, они глыбы сделали, и нам придется шелковое касание иметь. Кошание. Бедные кошки. Ага. Крыша, крыша, крыша. А, подожди. А, точно. Две штуки. И здесь продвинутая схема жопы. Так, я ее ставлю рядом с плавилкой, если что. Хотя, слышь, я ее поставлю над плавилкой. И выйдешь. Класс. Тебя тоже выкинуло? Нет. Нет? Нет. Только меня? Только тебя. Фигля-мигля. Поставил. Блин, ну не может же механизм быть с этими, с ошибками, правильно? Мне нужен провод один. Я его выкладывал, если ты его не забрал, нет, конечно. Тот, который ты выкладывал, я не забирал. Не забирал. Нет, который ты выкладывал. Что-то я не... Но его... Но его нет. То есть ты его забирал. Который... Именно... Если ты там один какой-то выкладывал, то я ничего не... Один забирал. Выкладывал. Нет. Но его нету здесь. Ну я... Сколько? Наверху там установил. Можно, в принципе, сейчас я заберу сверху. Погоди. Мне проще будет сейчас вон сделать их и все. Вот честно. Быстрее намного. Я не спорю. Так, заработало это говно. Это там еще где-то у меня должно... А, золото. А что еще у меня должно быть? Я вроде больше ничего не вижу. Вижу порошки. Так, золото. Что ж игру шакалит так-то? Какие-то ошибки постоянно летят, непонятные.
И вот интересно следующее. Сырое ол... Подожди. Сырой осмий. Одна штука. Хочешь посмеяться? Он не обрабатывается. Ну, ты не можешь раздробить его? Да. Так у тебя два обогащающих механизма. Я могу только сделать его через хладоводород на химической инъекционной жопе. Сделать 8 осмиевых осколков. А продвинутый обогащающий механизм зачем ты второй сделал? Сейчас, подожди. Камера обогащения. Ну, у нас их два. Бля, я что, не то сделал? Ты не то сделал, у нас их два. Ты не дробитель сделал. Сейчас, подожди, у меня что-то... Короче, походу, мне надо начинать, да, делать? Заниматься им. Я что-то вообще, что за срань? Ты уже... Здравствуйте, говоришь. Это два обогащающих механизма. Два одинаковых. Подожди, камера обога... Подожди, он делается в камере обогащения. Ну, обогащающий механизм. Пиглин, блядь. Т-шифт. Продвинутый механизм способен перерабатывать руды в три глыбы, выступающие... Нет, это не то. Базовый обогащающий механизм. Блять, а у нас дождь вообще проходит? Может... Так, ладно, дорогие друзья. Так, подожди, сырое... Подожди, сырое олово. Ну вот... Что а, три, подожди, три глыбы тогда нужно, получается. А ты уже все уничтожил. А три глыбы превращаются в четыре, в четыре порошка. Ну, плюс один. Так, свинец. Ну, плюс один. Есть плюсы. Да, три нужно для работы. Ну, три для работы нужно, да. А зачем ты просто два их сделал, потратил ресы, я не знаю. А я сам не знаю. У меня мозги уже, походу, отказывают. Что я творю, хрен меня знает. Ладно, сейчас что-нибудь решим. Ну да, одно не работает. Если бы они еще вниз сразу бы шли на переплавку, а это сделать можно через вороночку... Нет, это можно не через воронку даже делать. Да вон, выход, да, я вижу синий. Транспортеры. Сзади, спереди, снизу. Синий. Да, блядь. Сейчас, погоди, сек. Вот, не назначено, вот синий. Вниз. Ну, вывод синий. Другий ход выключен. Ну, сейчас что-нибудь, погоди. Ну, не очищенный уран. А он один у нас. Во, железо, ебать. Сейчас, подожди, я уже закинул. Нет. Что-то не то. Сейчас, подожди. Вот. Строгий выход включен. Тут вход. Настройка сторон — это конфигурация энергии. Ты конфигурацию энергии тыкаешь либо? Нет, нет, нет. Настройка транспортера. Я что, на дебила похож, что ли? Сверху, строгий вход. Подожди, может здесь тогда надо?
А как ты меняешь то, что вход включен, выключен? А, вот, все, сделал я. Снизу, так сверху надо ставить. Нет? Нет, ну тут сверху снизу, а снизу сверху, все правильно. Вывод. Может быть, ему надо сказать, что нужно на вы, что требуется для вывода. Нет, ну тот же ж цвет ставишь. Ну вообще, да. Строгий вход. Ну. Ну, вход. Вывод синий. Нет, вход. Строгий вход не нужен. А внизу синий сверху. Ну, а этот снизу должен быть вывод. Подожди, а он вообще сюда запиховывается, да? Ну, ага, ты теперь не вытащишь теперь. Шкафы я их не вытащу. Уран не переставишь туда теперь, зачем ты вытаскивал его? А, да пускай переделывается, я вообще думал, он, блядь, тут работает. Ладно, это надолго. Все, ладно, будем на этом закругляться, народ. Надо разбираться. Надо разбираться и надо закругляться. Мне кажется, может, вообще нужна какая-нибудь труба между ними. Транспортер... Ну, вот. Транспортера. Ну, ну это странно, да. Если можно и впритык, по сути. Хотя было бы неплохо, типа, да, ты опа, и все, и жаришь. Так что в следующей серии не знаю. Что-нибудь еще, может, сделаем и в данж сходим там. Все-таки раз. Надо дом доделать, я считаю. Сделать выход на балкон с этими ветряками. И можно будет куда-нибудь реально попутешествовать, расслабиться, пофармиться. Но нужно будет еще сделать тогда сундуки. А это по-любому мы не сможем тогда погулять уже в следующей серии. Нам нужно сделать еще сундуки, в которых будет храниться всякое добро-бобро. Так что, да, с вами был Хамстердед, со мной был Элидар, это Майнкрафт. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте рассказать о нас своим друзьям. И до скорой встречи, всем пока, ребята. Да, друзья, всем удачи, всем пока-пока.